Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот сегодня я хочу показать вам альбомчик с монетами СССР, альбом коллекционер. Как видите, я пользуюсь этими альбомами. Они мне нравятся, потому что, ну, очень сохраняются монеты хорошо. И вообще тиснение, ячейки для каждой монеты. Ну, может быть, там для разновидов чего-то не хватает. Но это уже вопрос такой риторический и специфический. Альбомчик я приобрел, ну, как бы не очень давно. Кое-что, кое-где из рублей, единичек редких, там двадцаточки вот из квадрата, кое-что. Здесь нет, но они там лежат у меня. Нужно будет поставить. Ну, то, что есть, стараюсь собрать. Квадратом особо пока не занимаюсь. Но пока на количество беру. Несколько лет вот занимаюсь. И мелочь такая, которая килограммы стоит. Дешево. Ее это и легче положить. Вот. Так вот выглядит это все дело. 62-й год, 61-й был. Кое-что вы сами знаете, там 63-й, 65-й, все эти дела там, 64-й. Есть некоторые так более-менее непростые монеты. Но стараюсь, конечно, брать в хорошем состоянии. Вот 64-й. И копеечка, и двушечка. Так, конечно, убитые я не ставлю, но есть некоторые. Так, в патине где-то чуть-чуть. Very fine, но не ниже. Вот 65-й. Вот 65-й уже начались такие серьезные монеточки, которые по цене, если все сразу купить, это будет накладно. Но я так пока доступная. Эту тему мы тоже тянем потихонечку. Видите, 67-й многого нет. Ну, редкого, короче, много нет. Что там говорить. 69-й. Хотя кое-что есть, чего здесь не положил я. Это 20 копеек. Вот 72-го в наличии есть, нужно положить. 20 копеек 76-го года. Ну, в отличном состоянии, конечно. Хорошие. Просто если плохие, зачем их покупать, в принципе. Если берешь, уже хорошую брать нужно. Видите, 70-й год, 71-й. В 71-м и в 70-м полтиннички так дорогие, редкие. Так что, ну, в основном все простенькое. Кое-что, конечно, там из раннего и стоит там несколько сотен. А так, в принципе, ну, можно собрать. Это так для начинающих. Неплохо. По годовочку позаниматься. 74-й он у меня совсем тоже никак. 75-й тоже. Вот я же говорю, 76-й это мне придется, то есть все это брать еще, кроме двадцаточки. Двадцаточка есть, как я сказал. Так, 77-й годик уже. Вот видите, 77-й, только рубля не хватает. Так, 78-й тоже. Ну, надо заниматься, конечно. Не такие уж они и дорогие вещи. Но хочется найти хороший, конечно. Чтобы попало не ставить, а хороший по качеству, чтобы рубчик был. 79-й также. Ручка, ну, некоторые есть, я не помню.
некоторые есть из этих годов, но я не помню. Так, 80-й, 81-й. Ну, так, в принципе, все в состоянии в хорошем. Видите, сколько единиц нужно собрать, простых сначала. А попутное можно и редкие брать. Или сначала с простыми разделаться, потом за редкие браться. Это у нас какой годик? 82-й, 83-й, видите, по большим рублям с единичкой тоже пробойчик. 84-й и 85-й. Но если купить только одни редкие монеты поставить, а всего остального нет. Это как генерал без армии, видите, поэтому все здесь важно. Эти 86-й полный, 87-й рубчика не хватает, 88-й полный. 89-й полный. 90-й полный. 91-й, видите, уже на разбиты были на монетные дворы. 91-й ленинградский полный и 91-й московский тоже полный. А здесь, видите, ячеечки подготовлены под 90-й год. 5 копеек и 10 копеек с монетным двором. И 91-й год без обозначения монетного двора. 10 и 20 копеек. И такие существуют реденькие монетки. Ну, вот у нас 50 лет советской власти. Ну, у меня таких несколько наборов. И тут еще, видите, Государственный банк 91-го года у меня в другом альбоме лежит. 10 рублей. ММД, 10 рублей ЛМД, ну это для тоже для разновидов.